Ужасный чеснок, эпизод 18. Дневник Фридриха Вайса. Призраки белой дамы. Пролог. В тихом городке, расположенном в швейцарских Альпах, тени задерживались дольше, чем следовало бы. Слабые отголоски смеха детей наполняли воздух, но под поверхностью общины пульсировал скрытый поток страха. Наступила тьма, которая забрала души невинных и оставила после себя хаос. Когда Ганс, отважный член небольшой следственной группы, занимающийся раскрытием сверхъестественного, впал в кому после мучительной встречи с древним злом, надежда, казалось, ускользнула, как угасающий свет сумерек. Врачи исчерпали все средства, чтобы его реанимировать, но он лежал без ответа в стерильной больничной палате, окруженный стерильными белыми стенами, отражавшими леденящие душу истории отчаяния, записанные в старых дневниках, которые нашла Зи. Тем временем Марк сосредоточился на поддержании защитного щита от скрытой угрозы, невидимого монстра, охотящегося на души детей. Ава рыскала в интернете в поисках лучших специалистов, отчаянно пытаясь найти того, кто мог бы разгадать тайну состояния Ганса. Логан и Сэн по очереди утешали семью Ганса, борясь с собственным чувством беспомощности и пытаясь оградить их от всепоглощающего горя. Посреди этой суматохи Ева глубже погрузилась в шепот прошлого, ища руководство у духов падших. Ее связь с духом рядового и душами заблудших детей приблизила ее к раскрытию истины, хотя тяжесть их трагедии угрожала сломить ее дух. Просматривая дневник энтузиаста призраков, Изи обнаружила пугающие рассказы о белых женщинах со всего мира, духах, связанных трагедией, любовью и утратой. Каждая история все глубже погружала ее в паутину печали и призрачного присутствия, заставляя задуматься, кроются ли в этих преследующих историях ответы на вопрос о возвращении Ганса. С каждой перевернутой страницей ставки росли все выше. Борьба команды велась не только за жизнь Ганса, но и за те самые души, которые оказались в подвешенном состоянии, сплетенные в битве с тьмой, которая угрожала поглотить их всех. И по мере того, как часы шли, бремя прошлого становилось все больше, побуждая их двигаться вперед, во тьму. Глава первая, в поисках спасения Ганса. Ганс неподвижно лежал на больничной койке, его грудь поднималась и опускалась при каждом поверхностном вдохе. Машины ритмично пищали, отслеживая его жизненные показатели, но, несмотря на все усилия врачей, Ганс оставался в глубокой коме. Его семья, Логан и Сэн по очереди сидели рядом с ним, предлагая всевозможное утешение перед лицом подавляющей неопределенности. Логан сидел рядом с матерью Ганса, которая крепко держала сына за руку, шепча молитвы и слова ободрения. Отец Ганса стоял у окна, глядя на территорию больницы, но погруженный в свои мысли. Сэм приносил им кофе и еду, стараясь, чтобы они тоже позаботились о себе. В другой части больницы Марк был окружен сложным набором устройств, неустанно работавших над поддержанием щита, который сдерживал чудовищное существо. Слабый гул защитного барьера был постоянным напоминанием о темных силах, все еще скрывающихся за пределами его досягаемости. Глаза Марка были тяжелыми от усталости, но он знал, что не может ослабить бдительность. Ава, сидевшая за столом в приемной больнице, была поглощена своим ноутбуком. Она искала в интернете лучших врачей и специалистов, надеясь найти кого-нибудь, кто сможет помочь Гансу. Ее поиски были исчерпывающими, но все зацепки до сих пор оставались пустыми. Тем не менее, Ава отказывалась сдаваться, движимая отчаянной необходимостью спасти свою подругу. Тем временем Ева взяла на себя задачу собрать больше информации от рядового Реджинальда и душ детей, с которыми они столкнулись. Общение с призрачными сущностями было сложной задачей, они были неуловимы и часто исчезали как раз тогда, когда она думала, что добилась прогресса. Но Ева была полна решимости найти ответы. Изи, которой было поручено организовать и поддерживать их оперативную базу, рылась в старом складском помещении в больнице. Разбирая пыльные коробки и забытое оборудование, она наткнулась на старый потрепанный дневник. Кожаная обложка потерлась и потрескалась, что придавало ей вид древней тайны. С любопытством Изи открыла дневник и начала читать. Дневник принадлежал человеку по имени Фридрих Вайс, любителю привидений, который жил в деревне несколько десятилетий назад.
Фридрих посвятил свою жизнь изучению сверхъестественных явлений, тщательно документируя свои встречи с духами, фольклором и паранормальными явлениями. Перелистывая страницы, Изи нашла подробные отчеты о расследованиях Фридриха различных легенд и истории о привидениях из разных стран. История будет продолжаться, каждая глава будет раскрывать все больше о сверхъестественных встречах, задокументированных в дневнике Фридриха. Глава 2. Первая встреча дневника. Бразильянка в белом. Изи устроилась в тихом уголке больничной кладовой, держа на коленях раскрытый старый дневник. Страницы были хрупкими, пожелтевшими от времени и исписанными тщательным почерком Фридриха Вайса. Она пролистывала записи, просматривая глазами плотный текст, пока не наткнулась на заголовок, от которого у нее перехватило дыхание. «Дама Бранка, леди в белом из Бразилии». Запись началась с рассказа Фридриха о своем путешествии в Бразиль в начало 20 века, движимым его ненасытным любопытством к сверхъестественному. Он слышал шепот о призрачной фигуре, известной как Дама Бранка или Мулхерди Бранка, которая, как говорят, обитает в сельских районах и старых особняках Бразил. Леди в белом была призрачным призраком, бледной женщиной в длинном белом платье или пижаме, которая бродила по ночи. Ее трагическая история окутана тайной и печалью. В отчете Фридриха подробно описывается его прибытие в отдаленную деревню, расположенную глубоко в сельской местности Бразилии. Деревня была живописной, с мощенными улицами и зданиями колониальной эпохи, но в ней чувствовалось напряжение, которое, казалось, охватывало местных жителей. Они опасались незнакомцев и неохотно говорили о леди в белом. Однако настойчивость Фридриха в конечном итоге привела его к старухе по имени Мария, которая согласилась поделиться захватывающей историей. По словам Марии, дама в белом была призраком молодой женщины по имени Анна, жившей в деревне много лет назад. Анна была красивой и добросердечной, но ее жизнь была омрачена трагедией. Она умерла при жестоких и загадочных обстоятельствах, породив легенду, которая с тех пор преследовала деревню. Мария рассказала, что Анна была замужем за богатым помещиком, человеком, известным своей ревностью и жестокостью. Он подозревал Анну в неверности, будучи убежденным, что она влюблена в одного из их черных рабов. В приступе ярости он запер ее в маленькой темной комнате, отказывая ей в еде и воде. Когда крики Анны стали слишком слабыми, чтобы их можно было услышать, он принес ей только тушеное мясо трупа рабыни, жуткий и ужасающий поступок, призванный наказать ее за воображаемое предательство. Анна умерла от голода, ее дух навсегда был привязан к месту ее мучений. Говорят, что призрак леди в белом бродит по деревне и окрестностям, являясь в основном детям и женщинам. Обычно Анна молчала, на ее лице была маска печали, но бывали редкие случаи, когда она рассказывала о своих несчастьях тем, с кем сталкивалась. Мария описала, как сама видела призрак в детстве, неземную фигуру, скользящую в ночи, ее белое платье легко светилось в лунном свете. В дневнике Фридриха подробно описаны его собственные события в деревне. Однажды ночью, когда он остановился в старом особняке, который, как говорили, был одним из прибежищ леди, с ним произошла пугающая встреча. Воздух похолодел, и в доме воцарилась неестественная тишина. Он писал в своем дневнике при свете свечи, когда почувствовал внезапное, непреодолимое чувство печали. Подняв глаза, он увидел ее, даму в белом, стоящую в дверном проеме, ее глаза были полны бесконечной печали. Она не говорила, но Фридрих почувствовал, как его захлестнула волна эмоций, страха, отчаяния и сильного чувства тоски. Призрак задержался на несколько мгновений, а затем медленно исчез, оставив его потрясенным и глубоко тронутым. Остаток ночи он провел, документируя каждую деталь, решив сохранить этот опыт. Дневниковая запись завершалась размышлениями Фридриха о природе дамы в белом. Он считал, что ее дух остался привязанным к земному царству из-за насильственной и несправедливой смерти. Он предположил, что только раскрыв всю правду о ее истории и привлекая виновных к ответственности, пусть даже символически, ее дух сможет обрести покой. Изи закрыла дневник, ее мысли метались по смыслу только что прочитанного. История леди в белом была душераздирающей и жуткой, но в то же время она казалась невероятно реальной. Детали были слишком яркими, эмоции слишком грубыми.
Это была не просто легенда, это было навязчивое эхо трагически оборвавшейся жизни. Глава 3. Вторая встреча дневника. Белая леди из Канады. Изы не могла оторвать взгляд от дневника. Трагическая история Анны, бразильянки в белом, потрясла ее, но в то же время разожгла неистовое любопытство. Ей нужно было знать больше. Она перевернула страницу и нашла следующую запись, озаглавленную «Дамы Бланш, белая леди Канады». Путешествия Фридриха Вайса охватили его повсюду, а неустанное стремление к сверхъестественному привело его в Квебек в Канаде. Там он услышал шепот о другой белой леди, духе, который, как говорят, обитает в окрестностях водопада Монморанси. Это конкретное явление было связано с историей любви и утраты, переплетенной с историей легиона. В дневнике рассказывается, как Фридрих прибыл в Квебек в конце лета, когда в городе кипела жизнь, а туристы стекались, чтобы увидеть величественный водопад Монморанси. Водопад, возвышавшийся выше Ниагары, представлял собой захватывающее зрелище, его ревущие воды низвергались в реку Святого Лаврентия. Но под их природной красотой скрывалась мрачная легенда, о которой местные жители говорили шепотом. Согласно исследованию Фридриха, призраки начались после битвы при Бапорте, серьезного конфликта между французами и британцами во время Семилетней войны. Среди многих солдат, которые сражались и погибли в бою, был молодой мужчина франко-канадского происхождения, глубоко влюбленный в женщину из Квебека. Пара тайно встретилась на вершине водопада Монморанси, где они мечтали о совместном будущем. К сожалению, молодой человек погиб в бою, его мечты о жизни с любимой разбились. Женщина, опустошенная этой новостью, была доведена до отчаяния. Недавно она заказала свадебное платье в предвкушении их совместного будущего. Поглощенная горем, она надела платье и в последний раз направилась к месту их встречи. Именно там, на вершине водопада, она решила покончить с собой, бросившись в бушующие воды внизу. Местные жители утверждали, что ее дух, известный как Дамы Бланш, все еще обитает в этом районе. Говорят, что возле водопада появился призрак молодой женщины, навсегда одетой в белое свадебное платье, призрачная фигура печали и тоски. Свидетели сообщили, что видели, как она стояла на краю обрыва, устремив взгляд на бурлящую воду, а затем исчезла в тумане. В дневнике Фридриха подробно описано его собственное расследование легенды. Он провел несколько ночей возле водопада, надеясь мельком увидеть неуловимого духа. Однажды вечером, когда солнце опустилось за горизонт и водопад окунулся в золотой свет сумерек, с Фридрихом произошла встреча. Он описал, как воздух становится холоднее, звуки водопада приглушаются жуткой тишиной. Подойдя к краю скалы, он увидел ее, белую леди, стоящую к нему спиной. Ее белое платье развевалось на ветру. Ее присутствие было потусторонним, слабое сияние окружало ее тело. Фридрих почувствовала глубокую печаль, исходящую от привидения, как будто тяжесть ее горя вышла за пределы времени и пространства. Фридрих попытался заговорить с ней, но слова застряли у него в горле. Белая дама слегка повернула голову, и на короткое мгновение он увидел ее лицо, бледное и красивое, но отмеченное выражением неописуемой печали. Казалось, она заметила его присутствие, но затем так же быстро исчезла в тумане, оставив Фридриха стоять одного у водопада. Дневниковая запись продолжилась размышлениями Фридриха об этой встрече. Он размышлял о природе ее печали и о давних узах, связывавших ее с царством смертных. Он считал, что дух белой дамы оказался в ловушке ее неразрешенного горя и трагических обстоятельств ее смерти. Фридрих предположил, что, только признав ее боль и почтив ее память, ее дух сможет обрести покой. Фридрих нашел неподалеку водопад поменьше, который местные жители называли «Шутдела Дам Бланш» или «Водопад Белой Леди». Это название было данью легенде и напоминанием о любви и утрате, которые все еще сохранялись в этом районе. Изы закрыла дневник. На сердце у нее было тяжело от истории белой леди. Трагическая история любви и потери была завораживающе красивой и глубоко откликнулась в ее душе. Она почувствовала вновь обретенное уважение к Фридриху Вейсу и его стремлению раскрыть эти истории и гарантировать, что они не будут забыты. Глава 4. Третья встреча дневника. Белая леди из Чешской Республики. Пальцы Изи слегка дрожали, когда она перешла к следующей записи в дневнике.
История белой леди из Канады одновременно опечалила и заинтриговала ее, но ей не терпелось продолжить. Она хотела понять глубину этих легенд, надеясь, что они могут дать какие-то подсказки или идеи, которые помогут им в их нынешнем затруднительном положении. Когда она начала читать, она перенеслась в другое время и место, в самое сердце средневековой богемы. Фридрих Вейс отправился в Чехию, тогда входившую в состав Богемии, вдохновленный рассказами о Перхте из Роженберга, самой известной белой даме региона. Он прибыл в замок Роженберг, внушительную крепость, расположенную высоко над рекой Влтавой. Древние камни замка, казалось, шептали тайны прошлого, и Фридрих почувствовал холодок предвкушения, приближаясь. Легенда о Перхте из Роженберга глубоко укоренилась в истории замка и его окрестностей. Перхта родилась около 1429 года и была дочерью Алдержиха II Роженберга, влиятельного дворянина. Ее жизнь была отмечена трагедиями и горем, а дневниковая запись подробно описала ее историю с пронзительной ясностью. Брак Перхты с Яном Лихтенштейнским в 1449 году был устроен для укрепления политических союзов. Однако брак быстро стал для Перхты источником страданий. Ее отец, Алдержих, не хотел платить согласованное приданое, что с самого начала вызвало напряженность и раздоры. Обращение Яна с Перхтой было суровым и беспощадным, и она не нашла утешения в своем новом доме. За время замужества Перхта написала множество писем отцу и братьям, в ярких подробностях описывая свое несчастное существование. Эти письма, около 32 из которых сохранились, рисуют картину женщины, оказавшейся в ловушке жизни, полной эмоциональных мучений. Она рассказала о жестокости своего мужа и изоляции, которую она чувствовала в его доме. Фридриху удалось получить копии этих писем, и они дали душераздирающую возможность заглянуть в мир Перхты. Легенда приняла более мрачный оборот, когда Фридрих углубился в историю. На смертном одре Ян Лихтенштейн просил у Перхты прощения за годы жестокого обращения, которому он ее подверг. Но Перхта, сердце которой ожесточилось годами страданий, отказалась его простить. В ярости Ян на последнем вздохе проклял ее, проклятие, которое навечно привяжет ее дух к земному царству. После смерти Перхты в 1476 году ее призрак стал появляться в владениях ее семьи. Призраки были наиболее заметными в населенных пунктах Роженберг, Ческий Крумлов, Яндержиховградец, Торшебоне Тельч. Известную как Белая Леди, дух Перхты часто видели одетым в длинное белое платье, с маской печали на лице. Она появлялась внезапно, скользя по коридорам замков и усадеб. Ее присутствие было пугающим напоминанием о ее трагической жизни. В дневниковой записи Фридриха рассказывается о его собственных впечатлениях в замке Роженберг. Он провел там несколько ночей, надеясь лично увидеть Белую Леди. В одну особенно холодную и безлунную ночь Фридрих почувствовал внезапное понижение температуры, пока бродил по темным коридорам замка. Воздух стал тяжелым и слабым, неземной свет начал освещать каменные стены. Он повернул за угол, и вот она, Перхта из Роженберга, белая дама. Она стояла неподвижно, ее белое платье развивалось вокруг нее, словно туман. Глаза ее, наполненные неземной скорбью, казалось, смотрели сквозь него. Фридрих почувствовал, как его захлестнула волна сочувствия и печали. Он знал, что находится в присутствии беспокойного духа, связанного болью ее прошлого. Фридрих пытался с ней общаться, говоря мягко и успокаивающе. Он пересказал некоторые добрые слова из ее писем, надеясь вселить в нее чувство покоя. На короткое мгновение выражение лица Перхты смягчилось, и Фридрих почувствовал связь с измученной душой перед ним. Но так же быстро, как и появилась, белая дама исчезла, оставив Фридриха одного в холодном, тихом коридоре. Дневник продолжился размышлениями Фридриха об этой встрече. Он размышлял о природе проклятия и силе неразрешенных эмоций, привязывающих духов к миру смертных. Он считал, что отказ Перхты простить своего мужа и наложенное им на нее проклятие создали связь, которую не смогут разорвать ни время, ни смерть. Фридрих предположил, что только признав ее страдания и почтив ее память, ее дух сможет обрести покой, которого он так отчаянно искал. Глава 5. Четвертая встреча дневника. Белая дама из Хаапсалузского замка. Любопытство изъяросло с каждой историей,
которую она читала в дневнике Фридриха Вайса. Легенды о белых дамах из Бразилии и Канады были одновременно трагичны и поучительны. Когда она перешла к следующей записи, она обнаружила, что перенеслась в завораживающий пейзаж Эстонии, в древний замок Хаапсалу. Фридрих Вайс отправился в Эстонию, привлеченный рассказами о белой даме, которая, как говорили, обитала в руинах Хаапсалуского замка. Замок с высокими каменными стенами и высокими зубцами стоял торжественным стражем над городом. Фридрих прибыл в конце лета, надеясь совместить свой визит с полнолунием в августе, когда белую даму видели чаще всего. Легенда о белой даме Хаапсалуского замка – это рассказ о запретной любви и трагической судьбе. Говорили, что молодая женщина, глубоко влюбленная в каноника замка, переоделась мальчиком из хора, чтобы быть рядом с ним. Епископ Эзельвикский, посетивший в то время Хаапсалу, обнаружил ее обман. С жестоким и беспощадным приговором он приказал заживо замуровать ее в стенах часовни за ее преступление. В дневниковой записи Фридриха подробно описано его посещение замка. Он проводил дни, исследуя территорию замка, а ночи ждал в тени, надеясь мельком увидеть белую леди. Местные жители рассказывали ему, что ясными августовскими ночами в полнолуние ее можно было видеть скорбно глядящей из окна баптистерия. Бродя по древним коридорам замка, Фридрих испытывал непреодолимое чувство печали и утраты. Стены словно шептали о забытой любви и несбывшихся мечтах. Он почти мог слышать тихие, скорбные звуки далекого хора, навязчивое эхо прошлого. В ночь полнолуния Фридрих расположился возле часовни. Воздух был прохладным и неподвижным, небо ясное и яркое от лунного света. Он ждал молча, устремив взгляд на окно баптистерия. Прошли часы, и когда он начал терять надежду, он увидел ее. Появилась белая леди, ее неземная форма была освещена мягким светом луны. На ней было струящееся белое платье, лицо ее было бледным и печальным. Она смотрела в окно с выражением глубокой печали, словно искала что-то или кого-то, потерянного для нее навсегда. Фридрих был поражен ее красотой и глубиной горя. Он наблюдал, как оно медленно повернуло голову, ее глаза сканировали горизонт. Выражение ее лица выражало тоску и отчаяние, и Фридрих почувствовал к ней глубокое сочувствие. Ему хотелось бы обратиться к ней, предложить немного утешения или утешения, но он знал, что она вне его досягаемости. Наступила ночь, и Фридрих увидел, как белая дама подняла руки и прижала их к холодному стеклу окна. Казалось, она тянулась к потустороннему миру, к жизни, от которой ее так жестоко оторвали. Ее форма начала колебаться, становясь все слабее по мере приближения первых лучей рассвета. Бросив последний печальный взгляд, она исчезла, оставив Фридриха одного в тихой тишине замка. Дневниковая запись Фридриха завершилась его размышлениями о легенде. Он размышлял о жестокости ее судьбы, суровом наказании за любовь, бросившую вызов правилам ее времени. Он верил, что ее дух задержался, связанный болью ее безвременной смерти и любовью, которую она потеряла. Фридрих предположил, что ее появление в ночи полнолуния были отражением ее тоски, мимолетным проблеском печали, которая определяла ее существование. Глава 6. Пятая встреча дневника. Белые дамы Германии. Люминесцентная лампа в старой кладовой на мгновение мигнула, пока Эзи продолжала читать дневник Фридриха Вайса. Ее глаза просматривали следующую запись. На этот раз сказки привели ее в Германию, страну, богатую легендами о белых дамах, известных как Витти Вивер или Вайси Фраун. Эти духи, часто предвестники смерти и несчастий, были глубоко переплетены с историей страны и ее знатных семей. На страницах дневника развернулось множество пугающих историй, каждая из которых более захватывающая, чем предыдущая. Замок Пласенбург. Повесть о графине Кунигунде. Первой остановкой Фридриха Вайса в Германии был замок Пласенбург, где он надеялся раскрыть правду о призрачной фигуре, которая, как говорят, преследует территорию. В легенде говорилось о графине Кунигунде Орламюнде, совершившей чудовищное преступление во имя любви. Полагая, что она могла бы выйти замуж за Альберта Нюрнбергского, если бы у нее не было детей, она убила их. Однако ее действия привели не к браку, а к жизни, полной сожалений. Альберт женился на Софи фон Хиннеберг,
оставив Кунигунду умирать настоятельницей монастыря. Говорят, что призрак Кунигунды, одетый в белое, появлялся перед наступлением великих несчастий. В дневнике Фридриха подробно описана его ночь в замке, где он испытал непреодолимое чувство страха. Ближе к полуночи он увидел слабую светящуюся фигуру. Печальное лицо белой леди, казалось, молило о прощении. Ее присутствие было леденящим душу напоминанием о ее трагическом прошлом. Берлинский замок, мучения Анны Судовой. Из Пласенбурга Фридрих отправился в Берлинский замок, резиденцию королей Пруссии. Здесь белой дамой считалась Анна Судова, любовница Иоахима II Бранденбургского. После смерти Иоахима его сын Джон Джордж заключил Анну в тюрьму, несмотря на обещание отца защищать ее. Она умерла в плену, и говорили, что ее беспокойный дух обитает в замке. Фридрих писал о холодной, гнетущей атмосфере в замке. Он провел в замке несколько ночей, надеясь встретить призрачную фигуру. На четвертую ночь, когда часы пробили полночь, он услышал тихий, скорбный вопль белой дамы. Он видел ее призрачную фигуру, бродящую по коридорам, видение вечной печали и невыполненных обещаний. Дюссельдорфский замок, убитая герцогиня. Затем Фридрих посетил Дюссельдорфский замок, в руинах которого, как говорили, обитал дух герцогини по имени Якобина. Считалось, что призрак Якобины, убитой ревнивым мужем вместе со своим возлюбленным, появлялся перед каждым пожаром, охватившим замок. Фридрих описал жуткую тишину, окутавшую замок. Исследуя останки, он почувствовал необъяснимый холод. В ночь полнолуния он стал свидетелем явления белой дамы. Ее лицо было маской печали и мести, ее присутствие было предвестником трагедий, постигших замок. Замок Фридланд, проклятая дочь. Легенда Фридланда в Бранденбурге повествует о белой даме, дочери баронета. Говорят, что ее призрак, проклятый отцом за то, что он не смог произвести на свет наследника, душил любого, кто с ней разговаривал. Дневниковая запись Фридриха отражает страх и напряжение, которые он чувствовал, исследуя места с привидениями. Он описал гнетущую атмосферу замка и окружающих лесов. Однажды ночью, углубляясь в лес, он увидел бледную фигуру белой леди. Ее глаза были наполнены холодным, смертельным намерением, и Фридрих знал, что лучше не приближаться к ней. Ее присутствие было ярким напоминанием о жестоких последствиях проклятия ее отца. Замокланик, призрак Идилидаб. Замокланик был следующим местом путешествия Фридриха. Говорят, что в замке обитает призрак Идилидаб, главной героини романа «Дневник мисс Идилии». Запись Фридриха повествует о его переживаниях в древних стенах, где прошлое, казалось, таилось в каждой тени. Он писал о леденящем душу шепоте, который слышал, прогуливаясь по замку. Однажды ночью он увидел призрачную фигуру Идилии с выражением отчаяния на лице. Она двигалась по замку с грацией, которая противоречила ее трагическому концу, а ее присутствие было навязчивым эхом прошлого. Ауса Усель, преданная дворянка. В легенде Ауса Усель в Рейдавиденбрюке, Вестфалия, рассказывается о жене прелюбодейного дворянина, которую муж заключил в подвале, чтобы не дать ей предать его, пока он был на войне. Ей так и не удалось сбежать, и говорили, что ее дух навсегда преследует поместье. Фридрих подробно описал свое исследование поместья, где он почувствовал непреодолимое чувство печали. Зайдя в подвал, он увидел призрачную фигуру белой леди. Ее глаза были наполнены преследующей печалью, ее дух навсегда пойман в ловушку предательства мужа. Монастырь Ульберг, проклятая прелюбодейка. Наконец, Фридрих посетил руины монастыря в лесу Ульберг недалеко от Альтмюльталя. Легенда рассказывала о белой даме, которая была женой прелюбодейного дворянина. Говорят, что ее дух, запертый мужем в подвале поместья во время 30-летней войны, обитал в этом помещении. Дневник Фридриха запечатлел жуткую тишину леса и разрушающиеся руины монастыря. Однажды ясной ночью он увидел белую леди. Ее лицо было маской вечной скорби, ее присутствие – леденящим душу напоминанием о последствиях предательства и мести. Истории белых дам в Германии были рассказами о любви, предательстве и вечной печали. Каждый призрак был свидетельством неприходящей силы горя и трагических последствий их действий.
читая дальше, Изи почувствовала растущую связь с духами, понимая, что их истории – это не просто легенды, а предупреждения и уроки прошлого. Следующая запись в дневнике обещала быть столь же захватывающей, и она была полна решимости раскрыть каждую деталь. Глава 7. Шестая встреча дневника. Белые дамы Венгрии. В кладовой было тихо, если не считать шелеста страниц, пока Изи продолжала погружаться в дневник Фридриха Вайса. Люминесцентная лампа снова замерцала, отбрасывая на стены жуткие тени, отражая захватывающие истории, которые она читала. Следующая запись привела ее в Венгрию, где белые дамы представляли собой беспокойные души девушек и молодых женщин, потерпевших насильственную смерть. Привязанные к определенным местам, эти призраки часто отождествлялись с реальными историческими личностями, а их истории представляли собой пугающую смесь легенд и реальности. Элизабет Батори, кровавая графиня. Путешествие Фридриха Вайса в Венгрию началось с одной из самых печально известных фигур в истории – Елизаветы Батори, кровавой графини. По слухам, Элизабет, известная своими садистскими убийствами, пытала и убила сотни молодых девушек. После ареста она была заточена в собственном замке, где в конце концов и умерла. Говорили, что ее призрак бродит по коридорам, навсегда привязанный к месту ее злодеяний. В дневнике Фридриха рассказывается о его посещении замка Чейти, где он надеялся встретиться с духом кровавой графини. Местные жители приглушенно рассказывали о том, что видели бледную женщину в белом платье, бродившую по залам. В свою третью ночь в замке Фридрих заявил, что видел ее. Призрачная фигура Элизабет с глазами, полными злобы и сожаления, бесшумно двигалась по замку. Ее присутствие было ужасающим напоминанием о ее кровавом прошлом и бесчисленных жизнях, которые она уничтожила. Заключенная дева, Вышеградский замок. Следующая история в дневнике Фридриха произошла в Вышеградском замке, где, как говорили, дух молодой девушки обитал в темницах. По легенде, она была заключена в тюрьму за преступление, которого не совершала, и умерла в стенах замка. Ее призрак, одетый в рваное белое платье, часто видели возле места ее смерти. Ее горестные вопли эхом разносились по коридорам. Фридрих писал о своем спуске в темные, сырые подземелья замка. Воздух был насыщен бременем истории и трагедии. Однажды ночью, исследуя самую глубокую часть подземелья, он услышал слабый скорбный крик. Следуя за звуком, он увидел призрак молодой девушки. На ее лице была маска вечной печали. Ее призрачное присутствие было горьким напоминанием о несправедливости, от которой она пострадала. Невеста-самоубийца – озеро Балатон. Озеро Балатон, безмятежное и живописное место, стало домом трагической легенды о белой даме. Молодая невеста, преданная возлюбленным накануне свадьбы, покончила с собой, утонув в озере. Говорят, что ее дух, облаченный в свадебное платье, появлялся лунными ночами и бродил по берегам в поисках потерянной любви. В дневнике Фридриха описана ночь, которую он провел у озера в надежде увидеть призрачную невесту. Тишина воды и ночная тишина создавали жуткую атмосферу. Когда луна поднялась высоко, он увидел ее, бледную, неземную фигуру, скользящую по кромке воды. Ее глаза, наполненные бесконечной тоской, искали на горизонте любовь, которая никогда не вернется. Зрелище было одновременно захватывающим и душераздирающим, что свидетельствовало о ее бессмертной преданности. Убитая девушка, замок Эгер. Замок Эгер стал местом действия еще одной трагической истории. Говорят, что молодая девушка, предположительно убитая ревнивым соперником, бродила по территории замка. Ее призрак, одетый в белое, появился в годовщину ее смерти, вновь переживая моменты ее трагического конца. Фридрих писал о леденящей душу атмосфере Эгерского замка. Он описал ночь, которую провел в его древних стенах, где почувствовал непреодолимое чувство страха. Когда часы пробили полночь, он увидел призрачную фигуру девушки. Ее лицо было бледным, а глаза расширились от ужаса, ее душа навсегда застряла в последних мгновениях ее жизни. Это зрелище было ярким напоминанием о хрупкости жизни и глубине человеческой жестокости. Рассказы о белых дамах в Венгрии были историями горя и трагедий, их души навсегда привязаны к местам их жестокой гибели. Каждая встреча была навязчивым напоминанием о боли и страданиях,
которые продолжались еще долго после смерти. Продолжая читать, Изи почувствовала глубокое сочувствие к этим заблудшим душам, понимая, что их истории являются убедительным свидетельством неприходящей природы горя и стремления к справедливости. Ее ждала следующая запись в дневнике, обещающая еще одну пугающую историю о сверхъестественном. Глава 8. Седьмая встреча в дневнике. Белые дамы Ирландии. Когда Изи перешла к следующей записи в дневнике Фридриха Вайса, ее пальцы слегка дрожали от предвкушения. Сказки, которые она прочитала до сих пор, были навязчиво яркими, каждая пугающая сильнее предыдущей. Она глубоко вздохнула и начала читать о белых дамах Ирландии, их трагических историях, полных печали и призрачной красоты. Трагическая невеста Чарльза Форта. Путешествие Фридриха Вайса привело его в Форт Чарльз в Ирландии, место, пропитанное историей и трагедиями. Форт был местом душераздирающей легенды, призрак молодой невесты, умершей в брачную ночь. Согласно легенде, ее муж был убит ее собственным отцом, высокопоставленным офицером форта, который не одобрял их брак. Охваченная горем и отчаянием, невеста покончила с собой, бросившись со стен форта. В отчете Фридриха описывалась жуткая атмосфера форта Чарльз. Стены, пропитанные историей, казалось, нашептывали трагическую историю. В ночь ее годовщины Фридрих ждал в тени, прохлада ночного воздуха усиливала напряжение. Когда приближалась полночь, он услышал далекий мучительный крик. Выйдя из темноты, он увидел ее, призрачную фигуру в струящемся белом платье. На ее лице отразилась скорбь. Ее глаза, наполненные бесконечным поиском, казалось, смотрели сквозь него, ища отца, разрушившего ее жизнь. Это зрелище было острым напоминанием о глубине человеческого отчаяния и прочных узах любви, даже после смерти. Женщина в белом платье, Данлир. Следующая история привела Фридриха в небольшой городок Данлир в графстве Лаут, где местные жители рассказали о привидении возле Уайт-Ривер. Говорят, что призрак, известный как женщина в белом платье или Пхен-Пхан, обитал в заброшенном доме у реки. Истоки ее истории были окутаны тайной, но ее неземную фигуру видели часто. Фридрих описал заброшенный дом как место запустения и упадка. Некогда величественное сооружение теперь заросло плющом, его окна были выбиты, а стены рухнули. Он провел там несколько ночей, его чувства обострились от жуткой тишины. На третью ночь, при свете полной луны, он увидел ее. Женщина в белом грациозно двигалась по полуразрушенному дому, ее платье мерцало в лунном свете. Ее присутствие было одновременно призрачным и безмятежным, призрачная хранительница прошлого. Когда она скользила к реке, она, казалось, слилась с туманом, оставив Фридриха с глубоким чувством меланхолии и удивления. Белая леди из замка Балигали. Последняя история Фридриха в Ирландии привела его в замок Балигали, где, как говорят, бродила еще одна белая леди. Считалось, что призраком была леди Изабель Шоу, которую ревнивый муж запер в комнате и в отчаянии упала насмерть из окна. Говорят, что ее дух преследовал замок, стучал в двери и бродил по залам. Замок с его внушительной структурой и древними стенами стал идеальным местом для истории о привидениях. Фридрих описал жуткое ощущение, когда за ним наблюдали, когда он исследовал замок. Однажды ночью, бродя по тускло освещенным коридорам, он услышал слабый стук в дверь. Следуя за звуком, он увидел ее, леди Изабель. Ее белое платье развевалось, словно подхваченное невидимым ветром. Ее лицо, бледное и печальное, посмотрело прямо на него, прежде чем она исчезла в тени. Эта встреча оставила у Фридриха глубокое чувство сочувствия к трагической фигуре, навсегда привязанной к месту ее кончины. Истории о белых дамах в Ирландии были рассказами о любви, потерях и тоске. Каждый призрак, связанный своим трагическим прошлым, бродил по земному царству в поисках выхода, который, возможно, никогда не наступит. Пока Изи продолжала читать, на нее давила тяжесть этих историй, наполняя ее глубоким чувством печали и красоты, которые задержались в мире сверхъестественного. Ожидалась следующая запись, обещающая еще одну леденящую душу историю из призрачного дневника. Глава 9. Восьмая встреча дневника. Белая леди Мальты. Тени танцевали на стенах, пока Изи осторожно перелистывала хрупкие страницы дневника Фридриха Вайса.
Истории о белых дамах в Ирландии все еще звучали в ее памяти, и она чувствовала, как сохраняется тяжесть их скорбного присутствия. Затаив дыхание, она начала читать следующую запись, которая переносила Фридриха на залитый солнцем остров Мальта и захватывающую историю о белой даме из дворца Вердала. Белая леди из дворца Вердала. Путешествие Фридриха привело его во дворец Вердала, расположенный в небольшом лесу Бускет недалеко от Рабата, Мальта. Дворец с его величественным фасадом и обширной территорией резко контрастировал с трагической историей, преследовавшей его. Согласно местной легенде, белая леди была племянницей великого магистра Дорохана, которую ее отец вынудил пойти на нежелательную помолвку. В отчаянии и с разбитым сердцем она предпочла смерть браку без любви, прыгнув с балкона в свадебном платье. В отчете Фридриха описывалась ощутимая скорбь, которая, казалось, висела в воздухе дворца Вердала. Он прибыл как раз к ежегодному августовскому лунному балу, событию, которое, по утверждениям многих, посещала сама белая леди. По мере того, как наступал вечер и луна освещала дворец неземным светом, Фридрих чувствовал, как нарастает предвкушение. Около полуночи, пока гости танцевали и смеялись, по бальному залу пронесся холод. Музыка затихла, и все взгляды обратились на парадную лестницу. Там изящно спускалась белая леди. Ее призрачная фигура в струящемся белом платье слабо мерцала в лунном свете. Ее лицо, маска вечной печали, осматривала комнату, как будто в поисках любви, которую она так и не нашла в жизни. Это зрелище оставило у Фридриха глубокое чувство меланхолии, острое напоминание о муках, которые могли привязать душу к земному царству. Белая леди Мдины. Следующая запись привела Фридриха в Мдину, древнюю столицу Мальты, где, как говорят, бродила еще одна белая леди. История этого духа была окутана трагедией другого рода. Согласно легенде, она была влюблена в человека, за которого не могла выйти замуж, и вместо этого была вынуждена выйти замуж по расчету. Ее возлюбленный, охваченный ревностью и яростью, покончил с собой. С тех пор говорили, что ее призрак появлялся после 8 часов вечера, особенно детям, убитым горем подросткам и пожилым мужчинам. Фридрих описал свое прибытие в Мдину как шаг назад во времени. Узкие извилистые улочки и древние каменные здания придавали городу ощущение вневременности. Он провел несколько вечеров, бродя по тихим улицам, надеясь хоть мельком увидеть белую даму. Однажды ночью, когда часы пробили 8, он увидел ее. Она появилась в конце тускло освещенного переулка, ее белое платье легко светилось в темноте. Она подошла к группе игравших неподалеку детей, нежно пожелала им спокойной ночи и призвала вернуться домой. Ее присутствие было одновременно успокаивающим и грустным, призрачная фигура матери, присматривающая за детьми. Позже она встретила мальчика-подростка, сидевшего в одиночестве, на его лице было написано «разбитое сердце». Она шепнула ему, чтобы он нашел другую любовь или присоединился к ней в тени. Фридрих наблюдал, как выражение лица мальчика сменилось с отчаяния на странное спокойствие, как будто он нашел в ее словах горько-сладкое утешение. Затем белая леди подошла к пожилому мужчине, предлагая ему возможность присоединиться к ее призрачным последователям. Ее завораживающая красота и трагическая аура оставили у Фридриха глубокое ощущение непреодолимого воздействия любви и утраты. Рассказы о белых дамах на Мальте пропитаны горем и неразрешимой печалью. Каждый призрак, связанный трагическими обстоятельствами своей смерти, бродил по миру живых в поисках утешения или общения. Продолжая читать, Изи почувствовала, как на нее давит тяжесть их историй. Ожидалась следующая запись, обещавшая еще одну пугающую встречу из призрачного путешествия Фридриха. Глава 10. 9. Встреча дневника. Витти, жена Нидерландов. Пальцы Изи дрожали, когда она перелистывала следующую страницу дневника Фридриха Вайса, стремясь раскрыть новые призрачные истории. Она глубоко вздохнула, погружаясь в очередную леденящую кровь историю из путешествия Фридриха. На этот раз его путешествие привело его в Нидерланды, где он встретил загадочного Витти Вивена. Витти – жена из нижнесаксонского фольклора. Путешествие Фридриха привело его в восточные и северные части Нидерландов, где легенды о Витти Вивен, или белых девах, глубоко укоренились в местном фольклоре.
Эти мифические существа, известные своей двойственной природой, могли быть как доброжелательными, так и злобными. Считалось, что витти-вивины, часто связанные с ведьмами или призраками, обитали в древних курганах, известных как курганы, хунибеддин и болота. Рассказ Фридриха начался с посещения им небольшой деревни, где истории о витти-вивенах до сих пор рассказывались у очагов. Жители деревни говорили об этих призрачных женщинах, которые появлялись в виде клочков тумана или облаков тумана, иногда помогая при родах или давая мудрые советы, а иногда наказывая тех, кто обидел их, или похищая новорожденных и женщин. Заинтригованный, однажды туманным вечером Фридрих отправился в болото, надеясь увидеть этих легендарных существ. Пока он бродил по жуткому ландшафту, туман вокруг него сгущался. Внезапно он почувствовал пугающее присутствие и увидел слабые призрачные фигуры, грациозно движущиеся сквозь туман. Витти-вивин, одетая в струящиеся белые одежды, казалась неземной и потусторонней. Одна из них подошла к нему, ее глаза были мудрыми и знающими. Она говорила мягким, мелодичным голосом, предлагая ему частичку древней мудрости о балансе между жизнью и смертью, добротой и жестокостью. Фридрих испытывал глубокое чувство трепета и уважения к этим мудрым женщинам, понимая, что их двойственная природа является отражением сложностей человеческого существования. Белая леди Сашенвельд-Тибосена. Следующая история в дневнике привела Фридриха в лес Сашенвельд-Тибосен, где обитает еще одна захватывающая легенда о белой даме. Исторические записи свидетельствуют о том, что в лесу когда-то находилась замковая ферма, построенная в 1396 году. В 17 веке это место трагически сгорело, в результате чего погибла дочь лорда Ламберта Рейнарто. Это событие породило несколько вариантов истории о привидениях, посвященной смерти женщины. Фридрих прибыл в лес туманной ночью. Атмосфера была пропитана грузом истории и печали. Он слышал, что белая леди из Сашенвельд-Тибосена, также известного как Ламендом, появлялась либо в полночь, либо в ночи полнолуния. Он решил подождать возле руин замковой фермы, которая сейчас является охраняемым культурно-историческим объектом. С приближением полуночи в лесу воцарилась жуткая тишина. Внезапно из тени появилась призрачная фигура. Белая леди, одетая в длинное белое платье, грациозно двигалась среди деревьев. На ее лице была маска вечной печали. Фридрих наблюдал, как она бродила по этому месту, словно заново переживая трагические события своего прошлого. Некоторые легенды утверждали, что у нее было двое любовников, которые поссорились из-за нее, в то время как другие говорили, что ревнивый дворянин поджег замок в день ее свадьбы. Независимо от легенды, скорбный дух теперь бродил по лесу, навсегда привязанный к месту своей кончины. Встреча Фридриха с белой дамой была одновременно захватывающей и пронзительной. Ее присутствие было ярким напоминанием о глубоких эмоциях и трагедиях, которые продолжались еще долго после смерти. Когда она исчезла в тумане, Фридрих почувствовал глубокое сочувствие к призрачной фигуре, понимая, что ее беспокойный дух ищет утешения и завершения. Сказки о витти-вивин и белой даме из Сашенвельд-Тибосена были богаты фольклором и историей, смешивая границы между мифом и реальностью. Поскольку дневник Фридриха раскрывал эти призрачные встречи, истории рисовали яркую картину неприходящей природы любви, утраты и сверхъестественного. Глава 11. 10. Встреча дневника. Белая леди с балет-драйв. Изи обратился к следующей записи в дневнике Фридриха Вайса, стремясь глубже углубиться в свои сверхъестественные переживания. На этот раз путешествие Фридриха привело его на Филиппины, где он столкнулся с леденящей кровь истории белой леди с балет-драйв. Белая леди с балет-драйв. Путешествие Фридриха привело его в Кесон-Сити на Филиппинах, где легенда о белой леди с балет-драйв была широко известной историей о привидениях. Эти призрачные фигуры, известные как капероза, часто использовались, чтобы вселить страх и тайну в маленьких детей. Однако история белой дамы на балете «Драйв» выделялась среди остальных благодаря частоте и интенсивности наблюдений. По легенде, белая леди была призраком женщины, погибшей в автокатастрофе, когда она ехала по балете «Драйв». Многие из этих историй были рассказаны тактистами, работающими в кладбищенскую смену.
Фридрих прибыл в Кессон-Сити заинтригованный и несколько скептически настроенный, но стремящийся самому стать свидетелем этого явления. Он поговорил с несколькими местными таксистами, каждый из которых рассказал о пугающе похожих событиях. Один водитель рассказал о красивой женщине в белом платье, которая однажды поздно вечером остановила его такси. Когда он взглянул в зеркало заднего вида, ее лицо было покрыто кровью и синяками. В ужасе он бросил такси и скрылся. Решив убедиться в этом лично, Фридрих решил рано утром проехаться по Балетти Драйв. Улица, обсаженная древними деревьями Балетти, имела тревожную атмосферу, их корявые корни и толстые ветви отбрасывали жуткие тени в лунном свете. Когда он медленно ехал по пустынной дороге, волосы на его затылке встали дыбом. Фридрих почувствовал внезапный озноб, когда взглянул в зеркало заднего вида. На мгновение он увидел лицо женщины в белом платье, смотрящей на него. Глаза ее были полны печали, а лицо было испачкано кровью и синяками. Она исчезла так же быстро, как и появилась, оставив Фридриха с чувством глубокого беспокойства. Он остановился, его сердце колотилось, и он попытался осознать то, что только что стал свидетелем. Рассказы о белой леди с Балетт-Драйв представляли собой смесь ужаса и трагедии. Хотя некоторые полагали, что эта история была вымышленной легендой 1950-х годов, встреча Фридриха говорила об обратном. Призрак женщины в белом, жизнь которой оборвалась в результате трагического несчастного случая, казалось, задержался на Балетт-Драйв. Ее присутствие стало навязчивым напоминанием о хрупкой границе между жизнью и смертью. По мере того, как Фридрих продолжал свое путешествие по сверхъестественному, истории в его дневнике становились все более острыми и пугающими. Глава 12. 11 встреча в дневнике. Девушки у Лея. Когда Изи осторожно перешла к следующей записи в дневнике Фридриха Вайса, ее любопытство возбудило упоминание о России. Она устроилась поудобнее и начала читать о путешествии Фридриха в Восточную Сибирь, где он раскрыл захватывающую легенду о девушках Улей. Девы Улей. Путешествие Фридриха привело его в отдаленную деревню Улей, также известную как Унген, в Иркутской области, Россия. Эта местность, богатая фольклором и тайнами, была родиной легенды о девицах Улей, или Заянах. По мнению местных буряцев, эти духи-девицы преследовали женихов в день их свадьбы, пленяя их своей красотой и утаскивая в преисподнюю. Рассказ Фридриха начался с трагической истории Бульжухай Дуухай, молодой женщины, которая сопротивлялась нежелательному браку. Муж, отнесшись к ней с пренебрежением, запер ее в черной юрте вместо традиционной белой. Бульжухай, чувствуя себя нелюбимой и нежеланной, в конце концов покончила с собой после того, как пела и танцевала на свадьбе в течение 8 дней и ночей. Ее дух, превратившийся в Заян, присоединился к группе других девушек, разделивших подобную судьбу. Заинтригованный и встревоженный этой историей, Фридрих решил посетить деревню Улей. Он прибыл суровой сибирской зимой, когда пейзаж был покрыт снегом и тишиной. Жители деревни опасались посторонних. Но в конце концов старейшина согласился поговорить с ним о легенде. Старец описывал, как в брачные ночи появлялись заяны в своих призрачных формах, прекрасных и соблазнительных, переманивающих женихов от невест. Решив стать свидетелем этого явления, Фридрих посетил местную свадьбу. Церемония представляла собой яркую смесь традиционных танцев, песен и ритуалов, но все торжество пронизывалось скрытым страхом и предвкушением. В течение ночи Фридрих внимательно следил за женихом, который, казалось, все больше беспокоился. Внезапно в воздухе пронесся холод, и мерцающий свет костра отбрасывал жуткие тени вокруг юрты. В разгар торжества появилась группа неземных девиц. Одетые в струящиеся белые одежды, их красота была потусторонней, их лица одновременно очаровательны и печальны. Бульжухай Духай вела их, в ее глазах читалась смесь тоски и горя. Жених, очарованный их присутствием, стал приближаться к ним, словно в трансе. Фридрих с ужасом наблюдал, как девушки окружили жениха, их мелодичные голоса очаровывали его. Когда ему показалось, что он потеряется в преисподней, жители деревни начали действовать, распевая молитвы и зажигая свечи, чтобы отогнать духов. Заяны колебались, их фигуры мерцали в свете костра, прежде чем наконец отступить в тень.
Легенда о девушках Улья была навязчивым напоминанием о неприходящей боли и печали, которые могли привязать духов к земному царству. Встреча Фридриха с этими призрачными девушками добавила в его дневник еще одну леденящую кровь историю, свидетельствующую о глубокой и сложной природе человеческих эмоций и сверхъестественного. Глава 13. 12 встреча в дневнике. Мертвая женщина в белом из Сербии. Она была вовлечена в его следующие приключения в Сербии, где он исследовал легенду о мертвой женщине в белом, призрачной фигуре, которая преследовала деревню Капривица недалеко от Заячара. Мертвая женщина в белом из Капривицы. Путешествие Фридриха привело его в деревню Капривица, расположенную на холмах недалеко от Заячара в Сербии. Местные жители шепотом рассказывали о мертвой женщине в белом, призрачной фигуре, которая бродила по ночи, вселяя страх в тех, кто сталкивался с ней. Среди жителей деревни бытовали две истории о ее происхождении. Одна утверждала, что она погибла в автокатастрофе по дороге в медовый месяц в 1970-х годах, а другая говорила, что она повесилась после того, как жених бросил ее незадолго до свадьбы. Заинтригованный этими трагическими историями, Фридрих решил исследовать местность, надеясь самому стать свидетелем этого явления. Он прибыл в Капривицу прохладным вечером, деревня была окутана жуткой тишиной. Воздух был наполнен ожиданием, пока он разговаривал с местными жителями, которые столкнулись с призраком. Они рассказали, что видели женщину в свадебном платье с маской скорби на лице, которая бродила по ночным дорогам и иногда останавливала машину между Буром и Заячаром. Однажды ночью Фридрих расположился возле того участка дороги, где чаще всего видели призрак. Луна освещала пейзаж бледным светом, а случайный шелест листьев добавлял напряжение. Прошли часы, и как только Фридрих начал сомневаться в этих рассказах, он увидел вдалеке фигуру в белом. Призрачная женщина, одетая в изорванное свадебное платье, медленно двигалась по дороге. Ее длинные волосы развивались на ветру, а глаза, наполненные отчаянием, казалось, искали чего-то недостижимого. Сердце Фридриха бешено колотилось, когда он смотрел, как она приближается к машине. Водитель, явно испуганный, нажал на тормоза, но женщина в белом просто посмотрела на него, прежде чем исчезнуть в ночи. Пульс Фридриха ускорился, когда он осознал правду, скрывающуюся за легендой. Мертвая женщина в белом – это не просто рассказ, она была беспокойным духом, связанным своим трагическим прошлым. Ее присутствие на дороге было навязчивым напоминанием о несбывшихся мечтах и разбитом сердце. В августе 2011 года Фридрих узнал об инциденте, когда два брата из Бора решили разыграть водителей, заставив одного из них надеть свадебное платье и подойти к машинам, в то время как другой снимал это на видео. Шутка вызвала резонанс, о ней сообщили в полицию, но, поскольку законы не были нарушены, братьям не было предъявлено никаких обвинений. Этот современный вариант легенды добавил к сказке еще больше сложности, стирая границы между фольклором и реальностью. История о мертвой женщине в белом стала ярким дополнением к дневнику Фридриха. Ее трагическая судьба, будь то случайность или горе, глубоко резонировала с ним, подчеркивая силу любви и потери, способную преодолеть границы жизни и смерти. Пока Фридрих продолжал свое путешествие, призрачное присутствие мертвой женщины в белом сохранялось в его мыслях, что было свидетельством неприходящей природы человеческого горя и тайн сверхъестественного. Глава 14. 13 встреча в дневнике. Дама в белом из замка Руэльба. Следующая запись в дневнике Фридриха Вайса, жаждущего прочитать о своем путешествии в Швейцарию. История о белой леди из замка Руэльба обещала стать еще одним пугающим рассказом о беспокойном духе. Дама в белом из замка Руэльба. Путешествия Фридриха привели его к руинам замка Руэльба, расположенного в юго-восточной части Мини в кантоне Женева. Замок, построенный в болотистой местности в начале 14 века под руководством рыцаря Умбера де Шулекса, овеян легендами. Самая запоминающаяся история вращалась вокруг первой жены Гумберта, которая, не сумев родить сына, была отвергнута мужем. Говорят, что ее призрак, известный как Бланш, бродит по руинам, что связано с загадочными исчезновениями и необъяснимыми смертями. Фридрих прибыл к руинам холодным декабрьским вечером, пейзаж был окутан туманом.
Жители деревни отзывались о призрачной фигуре со смесью страха и благоговения, описывая ее как поразительно красивую женщину в диадеме, особенно появлявшуюся в канун Рождества. Некоторые даже утверждали, что в такие ночи весь замок и его бывшие обитатели возрождались в былой славе. Будучи преисполнен решимости воочию стать свидетелем этой легенды, Фридрих решил провести канун Рождества на руинах. Ночь была темная и безлунная, воздух был полон ожидания. С приближением полуночи Фридрих почувствовал жуткий холод в воздухе. Внезапно из башни появилась белая тень, издавая глухие стоны. Перед ним предстала сама Бланш, с прекрасным и печальным лицом. Призрачная фигура, казалось, парила над землей, ее диадема слабо поблескивала в тусклом свете. Она двигалась с грацией, которая одновременно завораживала и тревожила. Фридрих с трепетом наблюдала, как весь замок вокруг нее, казалось, оживал. Древние стены и жители возвращались к своему прежнему великолепию. Сцена была одновременно сюрреалистичной и захватывающей, это был взгляд в давно затерянное прошлое. Наблюдая за призрачной сценой, Фридрих вспомнил историю 1870 года, рассказанную местным жителем по имени Жан Баху. Жан, 16-летний подросток во время французской оккупации Женевы, в канун Рождества отправился к руинам замка, чтобы найти еду для своей обедневшей матери. Ледяное дуновение воздуха пробрало его до костей, и из башни появилась белая тень, коснувшись его, прежде чем исчезнуть. Белая леди наградила Жана за преданность его матери сокровищами из золота и серебра, а в следующем году наказала его жадного родственника, заперев его в подземельях замка. Мысли Фридриха были прерваны, когда Бланш посмотрела на него. Ее глаза, наполненные смесью печали и тоски, казалось, пронзили ему душу. Она подплыла ближе, ее неземная форма мерцала в темноте. Фридрих почувствовал исходящую от нее глубокую печаль, как будто она навсегда была привязана к месту своего глубочайшего отчаяния. Призрак задержался на мгновение, прежде чем медленно раствориться в ночи. Замок и его призрачные обитатели растворились в тумане, оставив Фридриха одного среди руин. Этот опыт оставил у него глубокое чувство меланхолии, напоминание о непреходящей силе любви и утраты. Легенда о Бланш из замка Руэльбе была ярким свидетельством непреходящей природы человеческого горя. Встреча Фридриха с призрачной фигурой добавила в его дневник еще одну пронзительную историю, подчеркнув тонкую завесу между живым и сверхъестественным. Пока он продолжал свое путешествие, воспоминания о даме в белом задержались в его мыслях, напоминания о глубоких и сложных эмоциях, которые связывают нас с прошлым. Глава 15. 14-я встреча в дневнике. Мстительный дух Тавиватханы. Иззи перешел к следующей записи в дневнике Фридриха Вайса. Ее ждала история мстительного духа в Таиланде, обещая еще одну леденящую душу встречу. Мстительный дух Тавиватханы. Путешествие Фридриха привело его в Таиланд, где он погрузился в загадочную и трагическую легенду о мстительном духе по имени Даа, или Диуан. Говорят, что этот дух обитал в заброшенном доме в Тавиватхане, пригороде Бангкока. Эта легенда пользовалась дурной славой среди местных жителей, особенно после того, как несколько подростков, рискнувших войти в дом в поисках призрака, погибли преждевременно в результате различных несчастных случаев. Свидетели часто утверждали, что видели на месте этих трагедий загадочную длинноволосую женщину в белом платье. Заинтригованный рассказами, Фридрих решил сам обследовать заброшенный дом. Он прибыл в Тавиватхану влажным вечером, воздух был полон напряжения. Дом, скрытый за разросшейся листвой, был немым свидетельством жутких историй, окружавших его. Местные жители предупредили Фридриха держаться подальше, но любопытство подтолкнуло его вперед. Войдя в дом, Фридрих сразу был поражен гнетущей атмосферой. Воздух был тяжелым, а тишина нервировала. Сломанные мебели, остатки прошлых жизней были разбросаны по полу, добавляя дому заброшенной и заброшенной ауры. Исследуя тускло освещенные комнаты, Фридрих чувствовал присутствие чего-то потустороннего. Фридрих решил переночевать в доме, надеясь стать свидетелем духа Даа. Когда приближалась полночь, он установил свое оборудование и стал ждать в жуткой тишине. Минуты шли, каждая из которых усиливала напряжение в воздухе. Внезапно по комнате пронесся холодный ветерок, от которого по спине Фридриха пробежала дрожь.
краем глаза он увидел ее, длинноволосую женщину в белом платье. Ее лицо было скрыто волосами. Она двигалась изящно, но пугающе. Ее присутствие одновременно преследовало и печалило. Сердце Фридриха колотилось, когда он смотрел, как она скользит по комнате, ее движения почти неземные. Она остановилась, ее голова медленно повернулась к нему, открыв глаза, наполненные глубокой мстительной печалью. У Фридриха перехватило дыхание, когда она начала приближаться к нему. Ее движения были медленными и обдуманными, каждый шаг отдавался эхом ощущения неминуемой гибели. Когда она подошла ближе, Фридрих почувствовал тяжесть ее горя и гнева, как будто она молча требовала справедливости за зло, причиненное ей в жизни. Дух Дао стоял перед Фридрихом, ее глаза смотрели на него. Он почувствовал внезапный порыв холодного воздуха, и в комнате, казалось, потемнело. В этот момент Фридрих понял глубину ее боли и причину ее преследований. Дао оказалась в ловушке между мирами, ее дух не мог найти покой. Медиум, с которым Фридрих разговаривал ранее, утверждал, что дух Дао мстителен и ищет возмездие за трагический и несправедливый конец. Медиум предупредил его об опасности встречи с таким духом, но Фридрих был полон решимости раскрыть правду. Столкнувшись с Дао, он почувствовал глубокое сочувствие к ее тяжелому положению. Так же внезапно, как и появилась, Дао начала исчезать, ее форма растворялась во тьме. Комната постепенно вернулась в прежнее состояние, гнетущая атмосфера слегка рассеялась. Фридрих снова остался один, и этот опыт отпечатался в его памяти. История Дао, мстительного духа Тавива Атханы, добавила новый уровень понимания к путешествию Фридриха. Ее трагическая история гнева и печали подчеркнула сильные эмоции, которые привязывают духов к земному царству. Пока Фридрих продолжал свое путешествие, память о Дао оставалась с ним, навязчивым напоминанием о глубоко укоренившихся эмоциях, которые могут превзойти даже смерть. Глава 16. 15-я встреча в дневнике «Белые дамы Англии». Иззи перевернула следующую страницу дневника Фридриха Вайса, готовясь услышать еще одну жуткую историю. Ее ждала легенда о Белой Леди в Англии, сборник захватывающих историй, охватывающих разные регионы и поколения. Белые дамы Англии. Замок Блинкенсоп, Нортумберленд. Путешествие Фридриха привело его в замок Блинкенсоп в Нортумберленде, где недавно вновь всплыла легенда о Белой Даме. В 2019 году семья, проживающая в замке, пережила ужасающую встречу. Однажды ночью родители проснулись от криков сына. Прибежав в его комнату, они нашли его в ужасе, заявив, что появилась белая леди и попыталась его забрать. Она потребовала его помощи в поиске ящика с золотом, похороненного в хранилищах замка, утверждая, что не сможет успокоиться, пока его не найдут. Ужас мальчика был ощутим, и хотя белая леди больше не появлялась после того, как он начал спать со своими родителями, он никогда больше не рисковал ходить по замку один. Бифорд-стрит, Восточный Йоркшир. В Восточном Йоркшире, на дороге Бифорд-стрит между Бифордом и Брандисбертоном, белая леди была известна как «Бегущая леди». Автомобилисты часто сообщали, что видели ее привидение, перебегающее дорогу, что часто приводило к авариям. Одна история рассказывала о мотоциклисте, который подобрал на этом участке женщину-путешественницу. Через несколько миль мотоциклист обернулся и обнаружил, что его пассажир исчез. Легенда утверждала, что проклятие белой дамы стало причиной многочисленных трагических происшествий на этой дороге, в том числе одного случая, когда в автокатастрофе погибло 6 человек. Замок Парчестер, Хэмпшир. Другая история привела Фридриха в Парчестерский замок, где, как говорят, белая леди бродила по территории, следуя по следам своей трагической кончины. Легенда гласила, что она выпрыгнула из замка, пытаясь вернуть упавшего ребенка. Ее дух часто видели бродящим по замку, вечно оплакивающим потерянного ребенка. Замок Окхэмптон, Девон. В замке Окхэмптон Фридрих обнаружил старую балладу о призрачной женщине, обитавшей в руинах. В балладе описывается ее соболья карета с обезглавленными лошадьми и ищеек, идущая впереди. Говорят, что эта призрачная фигура была женщиной Говард из 17 века, которая убила нескольких мужей и детей. Ее проклятием было собирать травинки в руинах замка до конца времен. Замок Берри Помрой,
Девон. Легенда о Матильде, или Маргарите, обитала в замке Бери-Помре недалеко от Тутмиса в Девоне. Говорили, что она являлась предвестницей смерти тем, кто видел ее в темнице башни Святой Маргариты. Матильда была заморена голодом своей сестрой в той самой темнице, и ее дух задержался, предупреждая о неминуемой гибели. Редфорд, Плимут. В Редфорде Фридрих исследовал историю о белой леди Редфорда, молодой женщине из семьи Харрис. Когда ее семья запретила ей видеться с местным молодым человеком из соседнего Арестона, однажды ночью она села на лодку по озеру, одетая в белое. Лодка перевернулась, и она исчезла под водой. Ее дух часто видели сидящим на берегу озера и оплакивающим свою потерянную любовь. В ее память соседнюю улицу назвали «Дорогой белой леди». Эти рассказы рисовали яркую картину повсеместного присутствия белой леди по всей Англии. Каждая история несет в себе свои уникальные элементы трагедии и тайны, но все они имеют общую нить любви, утраты и неразрешенного горя. Встречи Фридриха с этими духами выявили глубоко укоренившиеся эмоции, которые привязывали их к земному царству, навсегда преследуя места, где разворачивались их истории. Изи почувствовала, как по спине пробежал холодок, пока она впитывала эти истории. Белые дамы Англии стали острым напоминанием о том, насколько сильными и стойкими могут быть эмоции ушедших, и как они продолжают влиять на живых. Глава 17. 16. Встреча в дневнике. Белая леди из Уэльса. Пальцы Изи слегка дрожали, когда она перешла к следующей записи в дневнике Фридриха Вайса. Ее предвкушение усиливалось рассказами, которые она уже усвоила. Каждая история, казалось, соткала гобелен истории сверхъестественного, и ей очень хотелось раскрыть тайны белой леди Уэльской. Иладивен из замка Агмор. Путешествие Фридриха Вайса привело его к древним руинам замка Агмор в Уэльсе, где господствовала легенда об Иладивен, белой леди. Замок, величественно расположенный на холме с видом на реку Агмор, излучал ауру тайны и древности. Согласно местным преданиям, Иладивен чаще всего появлялась на Каланга'ав, в Алисском Хэллоуине, когда завеса между мирами считалась самой тонкой. В сказке рассказывалось о призрачной фигуре, одетой в развивающиеся белые одежды, ее присутствие часто сопровождалось леденящим ветром, проносившимся через руины замка. Говорили, что Иладивен когда-то была живой женщиной, которая охраняла спрятанное сокровище, котел, наполненный золотом, похороненный под тяжелым камнем в башне замка. Те, кто осмеливался приблизиться к ней, могли попросить ее о помощи, но только в том случае, если их намерения были чисты. Фридрих описал свою встречу с Иладивеном в безлунную ночь, ориентируясь на мерцающий свет своего фонаря. Бродя по полуразрушенным коридорам и заросшим дворам, он почувствовал чье-то присутствие, наблюдающее за ним из тени. Внезапно из темноты появилась фигура, Иладивен. Ее форма была неземной, но властной. Ее глаза, озера древней мудрости, казалось, пронзили душу Фридриха, когда она молча показала ему следовать за собой. Движимый любопытством и некоторым трепетом, Фридрих повиновался. Иладивен привела его к основанию башни, где призрачным прикосновением открыла потайной вход в комнату под камнем. Внутри, освещенный слабым светом, лежал легендарный котел, поверхность которого сияла несметными богатствами. Фридрих колебался, пораженный величиной открытия. Когда он протянул руку, чтобы прикоснуться к котлу, поведение Иладивен изменилось. Ее лицо исказилось от гнева, а пальцы превратились в когти, когда она бросилась к нему. Вздрогнув, Фридрих отпрянул, воздух вокруг него наполнился холодом ее мести. Как будто дух Иладивен искал возмездие за жадность, осквернившую место ее упокоения. С чувством срочности Фридрих удалился из комнаты, оставив после себя проклятое сокровище. Преследующий вопль Иладивен эхом разносился по ночи. Когда он бежал из замка, ее призрачная форма растворялась в тумане, окутывавшем Агмору. История Иладивен была свидетельством силы валлийской мифологии и постоянного присутствия духов, связанных долгом и местью. Изи содрогнулась, впитывая душераздирающую встречу с Фридрихом, понимая, что каждая история в дневнике раскрывает не только тайны сверхъестественного, но и более глубокие истины о человеческой природе и последствиях пересечения границ между живыми и мертвыми.
Следующая запись манила, обещая еще одну главу призрачной Одиссеи, которую начал Фридрих. Глава 18. Преследующая белые дамы Америки. Иззи глубже погрузилась в дневник Фридриха Вайса. Теперь ее мысли бродили по обширным ландшафтам Америки, где рассказы о белых дамах эхом отдавались в истории и фольклоре. Каждая история рисовала портрет печали, трагедии и призрачной настойчивости этих беспокойных духов. Белая леди из парка Дюран-Истман, Рочестер, Нью-Йорк. В затененных глубинах парка Дюран-Истман в Рочестере, штат Нью-Йорк, скрывалось призрачное присутствие белой леди. Легенда шептала, что в 19 веке она была скорбящей матерью, доведенной до отчаяния потери дочери. Подробности были разными, одни говорили, что дочь убил парень, другие утверждали, что она стала жертвой хулиганов. В своем безутешном горе белая леди либо покончила с собой, либо поддалась горю, предрешив себе судьбу бродить по парку в постоянных поисках своего ребенка. Белая леди из Авинела, Бедфорд, Вирджиния. Авинел, расположенный в Бедфорде, штат Вирджиния, стал свидетелем явления, известного как Белая леди Авинела. Говорят, что это была Мэри Фрэнсис Френ Бервилл, член известной семьи Бервилл. Согласно местным преданиям, Френ бесконечно ждала на крыльце Авинеля возвращения своего мужа с гражданской войны только для того, чтобы столкнуться с горькой реальностью его отсутствия. Ее дух, облаченный в белое, продолжал преследовать поместье, вечно желая воссоединения, которого так и не произошло. Кладбище Юнион, Истон, Коннектикут. Кладбище Юнион в Истоне, штат Коннектикут, хранило свою призрачную тайну, белую леди, чью неземную форму видели с конца 1940-х годов. Говорят, что она бродила по близлежащему кладбищу степни в Монро, штат Коннектикут, и ее присутствие было отмечено жуткими явлениями и встречами с призраками под лунным небом. Белая леди из Вупси, Алтона, Пенсильвания. Высоко на вершине горы Уопсана на Квалтуне, штат Пенсильвания, белая леди Упси была трагической фигурой, навсегда привязанной к коварному дьявольскому локтю. Легенда повествует о несчастном случае со смертельным исходом, произошедшем с ее мужем, когда их карета упала с края горы. Теперь она появлялась туманными ночами, отчаянно ища свою потерянную любовь, иногда проявляясь в образе автостопщика, чье присутствие исчезло так же загадочно, как и появилось. Белая леди из города-призрака Калика, Ермо, Калифорния. В пыльных остатках города-призрака Калика, Ермо, Калифорния, бродила белая леди, призрачная фигура, увековеченная в местных легендах и литературе. Ее призрачное присутствие, свидетелем которого стала писательница Лорин Морган Ричардс, стало запоминающимся свидетельством призрачного прошлого города, навсегда запечатленного в рассказах о Диком Западе. Леди озера Уайт-Рок, Даллас, Техас. В парке Уайт-Рок Лейк в Далласе, штат Техас, из тени Ист-Лаутер-Драйв поманила леди озера Уайт-Рок. Одетая в промокшее вечернее платье 1930-х годов, она предстала перед утомленными путешественниками. Ее неземная форма искала проход на Гастон-авеню, ее предполагаемый дом. Свидетели рассказали о жутких встречах, когда она исчезла в середине пути, оставив после себя лишь влажный отпечаток на сиденье автомобиля, навязчивое напоминание о ее трагической гибели в результате крушения лодки несколько десятилетий назад. По мере того, как Иззи впитывала каждую историю, она чувствовала, как ее охватывает холод. Дневник Фридриха Вайса стал сборником встреч с призраками по всему земному шару, раскрывая не только сверхъестественное, но и неприходящие человеческие эмоции и трагедии, которые связывали этих духов с миром смертных. Ожидалась следующая запись, обещающая еще одну главу в саге о белых дамах, которую Фридрих описал с такими захватывающими подробностями. Эпилог. Иззи перевернула страницу к следующей записи, озаглавленной ... гора Пилатус. Усталость от чтения захватывающих историй о белых дамах со всего мира наконец настигла ее. Ее глаза, тяжелые от усталости, пробежали первые несколько строк, прежде чем ее охватила легкая усталость. Мягкое мерцание флуоресцентной лампы в больничной кладовой создавало успокаивающий фон, пока Иззи уснула, а дневник нежно лежал у нее на коленях. Снаружи больница окутала ночь безмятежной тишиной, нарушаемой лишь редким шепотом проходящих в коридоре медсестер.
Люминесцентная лампа заливала комнату тусклым светом, ее мягкий свет с каждым мерцанием танцевал на страницах дневника Фридриха Вайса. Пока Эззи погружалась в сны, в ее памяти хранились рассказы о встречах с призраками и беспокойных духах. Путешествие по хроникам Фридриха было одновременно тревожным и увлекательным, свидетельством неприходящей привлекательности сверхъестественного и тайн, связывающих живых и мертвых. Итак, среди тишины больничной кладовой Эззи оказалась погруженной в царство, где границы между реальностью и легендой размыты, где истории белых дам продолжали шептать свои тайны в мерцающей люминесцентной лампе. Когда последний отблеск люминесцентной лампы погас во тьме, сны Эззи переплелись с отголосками призрачных историй, сплетая гобелен тайны и меланхолии, который задерживался в тенях ее воображения. Дневник был открыт, и его тайны были готовы раскрыться еще раз, когда Эззи проснулась с рассветом, готовая продолжить свое путешествие в мир призрачных встреч Фридриха Вайса. Конец. Спасибо, что подписались на наш подкаст. Если вам понравилось наше исследование призраков, мифических существ и городских легенд, поделитесь им с друзьями. Не забудьте подписаться, чтобы увидеть больше захватывающих серий. До новых встреч, мои любимые слушатели!